Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. В Туве встретили Новый год по лунному календарю. В буддийской традиции празднование Нового года приходится в разные годы между концом января и серединой марта, на первое весеннее новолуние по лунному календарю. Согласно буддийскому вероучению, Шага – это праздник белой молочной пищи, почитание старших, обновление человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий. В традиции тибетско-монгольского буддизма Шага является первым из шести самых важных ежегодных праздников. Первый день Шага – это канун Нового года. В этот день традиционно тувинцы проводят обряды очищения. Последний месяц уходящего года считается месяцем очищения. Также в этот месяц, за два дня до Шага, или 29 числа месяца, как и наши предки, мы проводим обряд очищения Дукжиуба, главный смысл которого заключается во внутреннем очищении человека, очищении его души. Как я сказал вначале, есть обряды внешнего очищения человека, жилища, и есть обряд внутреннего очищения человека. Как же очистить душу? Для участия в обряде Сор-Йозулалы необходимо до прихода в буддийский храм провести очищение всего тела, протирая тестом из чистой муки и воды размером с кончик большого пальца. Кроме того, вечером 4 февраля во всех храмах республики прошли праздничные молебны и ритуальные чтения, которые длились до самого утра. Также первые лучи солнца мужчины встречали обрядом Сангсалары на горе Дуге у памятника Кадарчи, у протоки в национальном парке и рядом с УСК Субидей. Массовые гуляния прошли 5 февраля на площади Арата. Традиционно все началось с театрализованного представления. Главными героями шоу стали Аксал и Рэй и, конечно, символ года – желтая свинья. Кроме этого, на площади для любителей музыки и танца был организован флешмоб DKO. Праздничная программа продолжилась тувинскими национальными играми Тывек, метание аркана, поднятие камня и перетягивание каната. Все вместе здесь со своими друзьями, близкими встретить первый день Нового года. Шага беле! Курай, курай, курай! Дорогие мои кызылчане, мне хочется пожелать в этот день вам всего самого лучшего. Празднование Нового года по восточному календарю всегда было связано с обновлением и очищением души, помыслов человека, ожиданием весны, надежды на лучшую жизнь. Искренне желаю вам большого счастья, благополучия. Пусть проблемы и неурядицы останутся в уходящем году. Отмечается, что желтая свинья трудолюбива, честна, амбициозна, и все, чем она занимается, всегда направлено на пользу своих близких. Желтый цвет в этом образе придает свинье огненной энергии, наделяет ее выносливостью и бесстрашием. Но главное требование желтой свиньи на грядущий год – это честность всегда и во всем. Другими словами, она запрещает нам лицемерить, лукавить и обманывать, и в обмен обещает нам свое покровительство и добрые отношения. Справедливая цена за, в общем-то, нормальное человеческое поведение. Тува за прошлый год приняла участие в 16 государственных программах. В 2018 году за счет субсидий, полученных из федерального бюджета, в республике выполнена реконструкция автомобильных дорог Кызыл-Мажалык, Эрги-Барлык, подъезд к селу Арык-Бажы,
Самагалтай-Белдир Арык – реконструкция улично-дорожной сети по некоторым улицам села Арык-Бажи Улухемского района. В рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий построены фельдшерско-акушерские пункты в селе Дерзикаксы Кахемского района, спортивная площадка в селе Салчур Авюрского района. Введено жилье в сельской местности общей площадью более 2100 квадратных метров. За счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ по программе переселения граждан из аварийных жилых домов в 2018 году введено в эксплуатацию 12 многоквартирных жилых домов. За счет субсидий на формирование современной городской среды и обустройству мест массового отдыха населения выполнены работы по благоустройству 30 объектов в 10 муниципальных образованиях республики, 12 общественных территорий, 16 дворовых территорий, 2 городских парка. Также ведется строительство крупных объектов, как терапевтический корпус в городе Кызыли, спортивно-культурный центр в ПГТК «Ахем», школы в Кызыли и в селе Кызылмажалык, детский сад, реконструкция мостового перехода «Коммунальные» через реку Енисей. В области здравоохранения приобретено медоборудование для детских поликлиник. В 2019 году республика участвует в 8 национальных проектах. Это культура, образование, жилье и городская среда, экология, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, безопасные и качественные автомобильные дороги и демография. Для их реализации из федерального бюджета будет выделено 2 миллиона 800 тысяч рублей. Для страны, которая ориентируется на инновационный путь развития, жизненно важно дать системе образования стимул к движению вперед. Это и есть первоочередная задача приоритетного национального проекта «Образование», в рамках которого планируется строительство общеобразовательных школ в республике, обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, создание условий для занятия физической культурой и спортом в сельских школах. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будут благоустроены дворовые территории и городские парки, а за счет средств проекта здравоохранения будет обеспечена деятельность экстренной медицинской авиации, построен фельдшерско-акушерский пункт, оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, развитие материально-технической базы детских поликлиник, приобретение оборудования для реанимационно-диспансера. В Красноярске обсудили проект деловой программы Красноярского экономического форума 2019 года, а также экспозиции комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Известно, что в этом году основной темой форума станет «Динамичная Россия. Факторы конкурентоспособности». Центральной площадкой может стать комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», реализуемый совместно Красноярским краем, Хакасией и Тувой. Обсуждение проекта стартовало в рамках КЭФ-2018 и продолжится на форуме в этом году. За год инвестиционный портфель инвестпроекта увеличился более чем в 3 раза, а это более 1,5 триллиона рублей. Теперь Енисейской Сибири присвоен статус приоритетного проекта, и он включен в стратегию пространственного развития России. Напомним, в этом году Красноярский экономический форум пройдет после Универсиады 28 по 30 марта. Форум проводится по инициативе правительства России при поддержке правительства края. Организационный комитет КЭФ возглавляет зампред Кабмина Дмитрий Казак. Доллар сегодня составляет 65 рублей 57 копеек, евро 74 рубля 92 копейки. Вятские мехобелка в вашем городе. Большой выбор шуб, рассрочка, низкие цены. Город Кызыл. Последний раз в этом сезоне. С 7 по 9 февраля в Цуме. Игорь Письменный, Наталья Громушкина, Денис Рожков, Константин Соловьев и Татьяна Абрамова в комедии «Притворство и любовь». 11 февраля в Национальном театре. В минувшие дни на территории республики произошло ДТП, в результате которого один человек погиб. На федеральной дороге Р-257 Енисей произошел наезд на пешехода. Следственно-оперативной группой предварительно установлено, что 28-летний водитель «Лады Гранта», двигаясь по дороге, сбил пешехода, который шел по проезжей части. В результате аварии от тяжести полученных травм на месте происшествия скончался пешеход, 68-летний житель города Чадан. По данному факту возбуждено уголовное дело, нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.
традиционным приветственным обрядом Чолукшулга учащиеся и преподаватели Республиканской аграрной школы-интернат встретили праздник Шага. Знаменательной частью торжества стало открытие игровой комнаты. Так в отдельном классе установили деревянный остов настоящие юрты с частичным убранством. Как сообщили в Министерстве образования и науки Тувы, игровую комнату оборудовали силами студентов 7 профессиональных учебных заведений республики – техникумов сельского хозяйства, предпринимательства, агротехнологий, народных промыслов, транспорта, строительства и политехнического направления. Учащиеся показали гостям мастер-класс по игре в кожик. Ребята продемонстрировали хорошее знание народных присказок и поговорок, издревле сопровождающих процесс игры. Напомним, что 1 сентября 2017 года в селе Иитал открылось современное образовательное учреждение. Сегодня здесь обучаются 186 учеников, в интернате живут 42 ребенка из 13 районов республики. Это дети участников губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи». Чего хочет каждая женщина? Быть красивой, модной и роскошно одетой. За окном морозная зима, тогда спешите на знаменитую кировскую выставку «Продажу меховых изделий. Знатные меха», где вы точно сможете утолить свою жажду моды. Да-да, вы не ослышались. Известная и зарекомендовавшая себя ярмарка меха по многочисленным просьбам жителей и гостей города продолжает свою работу в Кызыле, торговый дом «Меридиан». Поэтому, если вы мечтаете о недорогой стильной шубке из натурального качественного меха, вам точно сюда. Ведь цены здесь начинаются, внимание, от 19 тысяч рублей. Тысячи моделей норковых и мутоновых шуб, включая самые трендовые новинки. А шикарные головные уборы впечатлят даже самых искушенных покупателей. Разнообразной цветовой палитры и широким размерным рядом. От 38 до 70 размера. Что уж говорить, знатные меха знают, чем порадовать. Кстати, совершить покупку на ярмарке «Знатные меха» также по-прежнему просто и легко. Если необходимой суммы наличными нет при себе, вы всегда можете оплатить покупку картой, оформить кредит на оптимальных условиях. Шикарно? Конечно, да. Быть стильной теперь просто. Выставка меховых изделий «Знатные меха» располагается улица Ленина, дом 50, торговый дом «Меридиан». Ежедневно с 10 утра и до 19 вечера. Давно мечтаешь о новом телевизоре? Тогда следуй за своей мечтой. Дискаунтер бытовой техники «Ценолом» объявляет о первой тотальной распродаже года. Только до конца февраля телевизоры с функцией 3D, Ultra HD и Smart по уникальным ценам. Компактная модель ТВ для кухни с удобным голосовым управлением найдется. Смарт-телевизор для спальни с доступом в интернет есть. А может, вы ищете большой телевизор для гостиной с OLED-экраном? Да, и такие модели тоже в наличии. Успевайте на большую распродажу телевизоров. В ассортименте огромное количество разных производителей, разных диагоналей, с широким выбором функций. От ведущих мировых производителей таких брендов, как Samsung LG с экраном последнего поколения OLED QLED с поддержкой 4K 3D изображения, также весь диапазон цифровых каналов. Но это еще не все. В «Ценоломе» вы всегда найдете дополнительные аксессуары на ТВ. Кронштейны, 3D-очки, ресиверы DVD T2 и антенны. На все товары в магазине можно оформить беспроцентную рассрочку или кредит от банков-партнеров. Совершайте приятные покупки и не забывайте про клубные карты. С ними вам будет доступна минимальная оптовая цена. Дискаунтер бытовой техники «Ценолом», интернациональная 112. Стоит ли брать шубу, когда зимний сезон уже давно в разгаре? Компания «Белка» рекомендует покупать мех именно сейчас. Ажиотаж и суматоха новогодних праздников остались позади, и продавцы охотно пойдут вам на уступки. А еще на последней в этом сезоне выставки вятских мехов «Белка» действуют грандиозные скидки до 30%. Цены на норку начинаются от 40 тысяч рублей, и это еще без учета скидки. Ассортимент ничем не уступает началу сезона и способен угодить самым привередливым модницам.
Норка, песец, мутон. Более 1000 разнообразных изделий. От бюджетных вариантов из мутона до эксклюзивных из норки с отделкой куницы или черноборкой. Любимая многими летучая мышь представлена в самых разных оттенках. Пудра, графит, жемчуг. И все это вы можете себе позволить. Ведь на любую шубу предоставляется рассрочка до 3 лет. Без первоначального взноса и переплат. Выставка «Вятские меха. Белка» с 7 по 9 февраля в торговом центре ЦУМ. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. «Отличные наличные» – больше займов – больше сумма. По республике облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Местами порывы до 14 метров. В Кызыле облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 34 до минус 36. Днем от минус 24 до минус 26. На дорогах гололедица. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было.